Друзья, всем привет! Сегодня у нас на дегустации дача Сердюка Саперави 2019 года урожая, Ростовская область, Россия. Сортовой состав Саперави, алкоголь 14% объемных. Наше вино насыщенного рубинового цвета. Нос вина чистый, без дефектов. Умеренной интенсивности. Ароматы черной вишни, черного изюма, чернослива и специй. Во вкусе вино сухое, с высоким теплым алкоголем, со средней кислотностью, со средним телом и со средними спелыми танинами. С умеренной минус фруктовой концентрацией, в среднем минус по продолжительности послевкусии с горчинкой. Резюмируя, сдержанная ароматика с доминированием черных ягод и специй, а также с определенными сортовыми характеристиками Саперави. Во вкусе вино с выходящим на передний план алкоголем, не хватает фруктовой концентрации и продолжительности послевкусия. Вино готово к употреблению. Оценка 83 балла, стоимость 1600 рублей. Cheers!